приметы, как можно заглянуть в ближайшее будущее? Что работает наверняка? А верите ли вы в гадание? Иногда. Хотела. Да, смотря какое гадание. К сожалению, нет. В гороскопе, нумерология, таро. А что именно? Во что-нибудь из этого верите? Иногда. А что? К чему вы прибегали, гадали и что сбывалось? Наверное, карты. Нумерология. Да, гороскопы. Не врут. Никогда, наверное, пока что. Попадают, да. А где вы читаете? Ну, наверное, какие сайты попадаются. Да. Там совместимость закуплю. Верите ли вы в гороскопы? Ой, нет, честно, не очень. Гадание на кофейной гуще? Ой, точно нет. Таро? Да. Какие-либо? Таро, ну, у меня одна девушка, подруга немного занимается. Ну, что-то совпало, что-то нет, но это больше такое, знаете, вот высшей математики есть вероятность. Вот, просто теория вероятности, и, ну, что-то может совпадать, что-то нет. У меня такое. Верите ли вы в гадание? Да, да. Особенно если так. А у кого вы гадаете? Не гадаю. Нет. Гороскопы. Нет. Таро, гадание на кофейной гуще. Нет, вообще ни во что. А вы женаты? Нет. Если ваша девушка на свадьбе поймает букет, как думаете, это 100%, что вы женитесь? Сомневаюсь. Гороскопы нет? Нет. Не проверяли совместимость знаков? Нет. Нет. А если ваша девушка поймает на свадьбе букет, как думаете, это точно? Сомневаюсь. А вы как думаете? Не знаю, это же все, нет, букета зависит. Это правда же? Женишься? Да? Нет, неправда. Я не верю. Букете, наверное, кофе? Гадаете, может, по кофейной гуще? Нет, не верим. Не верите? А если ваша девушка поймает букет невесты на свадьбе? А, вы женаты. Конечно. Хорошего. Вы женаты? А, нет. А если ваша девушка поймает букет, как вы думаете, это 100%, что нет, жить? Это вообще ничего не будет обозначать. Это просто такая развлекаловка, которая уже 100-200, может, лет. Не более. Спасибо. Гадание на кофейной гуще возможно? Нет. В приметы. Если не с той ноги встал, день не заладится. Здравствуйте. А что происходит, расскажите. Мы снимаем видео про 13. Верите ли вы в гадание? Мы верим. Вы верите? Вы с девушкой, да? Вы женаты? Да. Супруга моя. Супруга уже. Хотели познакомиться со мной? Нет, я хотела спросить. Викусь, прогуляйся, пожалуйста. А какое гадание вы уже пробовали, и оно точно сбывается? Я пробовала написать на бумажках, типа, разные варианты, там, событий, которые могут произойти в будущем. Потом ты их, получается, переворачиваешь и выбираешь, там, 3, допустим, штучки, и вот то, что я вытянула, у меня сбылось. Вот. Я другое хотела спросить. Это мой друг. Хорошо. Самый красивый друг мой. Вы женаты или нет? Что на серьезный вопрос, если бы ваша девушка поймала букет, это означает, что вы женитесь? Нет. Нет, это тоже не работает. Верят ли люди в гадание? Я скорее нет, чем да. Ну, я не знаю, в какой-то степени. У меня бабушка каждое Рождество заставляет гадать. Я пишу имена парней, кладу их под подушку, засыпаю там, с 6 до 7 или с 7 до 8. Вот. Я, конечно, забываю в течение года, какое имя я вытянула, но как бы дело, такая традиция вот, рождественская, да. Не знаю, с черными кошками. Я знаю, мой папа здоровается с черными кошками, чтобы они, даже если дорога приходит, он такой, типа, привет, значит, она ему там ничего страшного не принесет. Ну, такие какие-то приметы, типа, вроде бы плохая примета, он ее делает, ну, словно хороший, типа, не знаю.